так хорошо сейчас на улице. Сейчас. Уже почти по-летнему. Я дрон зарядил где-то час батарею. Думаю, надо вторую покупать батарею. Потому что час зарядки это что-то многовато. Так, открывается. Так, надо сразу эту крышку снять, защитную. Сначала это нижняя, потом верхняя, нижняя. И когда обратно, наоборот. Ставим пропеллера по-быстрому. Без кругляшка ставится, называется B пропеллер. Надо хорошо поставить, чтобы этот пропеллер не вылетел. Надо быть аккуратным с этим. Это считается территория колледжа, так что как бы никого здесь нету, кроме охраны. Думаю, ничего не будет. И я видел раньше, здесь небольшие дроны летали на самой территории колледжа. Так, этот сюда. Есть рядом еще школа, elementary school есть. И там есть стадион новенький. И там я тоже хочу попробовать, если никто не будет против. Там вот сейчас вечером играют, приходят, бегают, играют. Видать, школьники, я не знаю. Ну, не только, может, школьники. А позднее, часам к 11, я думаю, там уже никого не будет. Если там открыто. Я еще ни разу там не был внутри. Так, поставил. Bye.